Друзья, всем привет! Приветствую вас на канале Иван Скачков. И я продолжаю знакомить вас с ценами на автомобили. Беларусь, рынок Малиновка. Все автомобили растаможены и подходят для покупки в страны СНГ без всяких дополнительных оплат. Для России нужен, по-моему, там при постановке на учет минимальный утилизационный сбор. Поэтому смотрим, пишем ваши комментарии по поводу этих цен и оцениваем видео. Естественно, не забывайте подписываться обязательно на канал. Много интересных видео. Смотрим. Итак, сразу нас встречает Volkswagen Tiguan Comfort 2.0 дизель, 150 лошадиных сил, 19 года, автомат. Цена у него 23 480 долларов. Пробег 154 тысячи. Вот такой автомобиль. Nissan Qashqai 1.6 дизель, 12 год, механика, пробег 196 тысяч, цена 13 350. Audi A4 B9, 2018 год, дизель, двухлитровый, 190 лошадиных сил, автомат, 189 тысяч километров пробега, комплектация S-Line, цена 24 тысячи 700. Audi A4 мне в универсале, конечно, нравится. Интересный автомобильчик, да? BMW 5 G30, 19 год, дизель, двухлитровый, 190 лошадиных сил, автомат, 184 тысячи километров пробега. Комплектацию можете посмотреть. И цена у нее 31 700 долларов США. Давайте посмотрим Peugeot. Многие сейчас спрашивают у меня про Peugeot 5008. Итак, у нас Peugeot 5008 GT-Line, дизель, 19 год, автомат, Aisin, японский автомат, пробег 192 тысячи, и цена у нее 22 950 долларов США. Volkswagen Passat B8 Comfort Line Plus, 1.6 дизель, 18 год, автомат, без пробега по РБ, пробег 184 тысячи, цена у нее 20 800. Вот такой вот автомобиль. Дальше у нас идет Renault Kadjar, 19 года выпуска, дизель, 1.5, автомат, 157 тысяч километров пробега, комплектацию можете посмотреть, автомобиль из Франции, цена 18 970 долларов США. Кстати, кому надо будет проверить именно оригинальность пробега и обслуживания автомобилей Renault, обращайтесь ко мне, есть такая возможность. Лучше это делать, конечно, до покупки автомобиля. Но если вы уже купили автомобиль Renault, можете написать мне, посмотрим оригинальность пробега и историю обслуживания. Это будет важно для тех, кто не знает, менялся ГРМ ремень или нет. Так что обязательно пишите. Renault Espace 2.0 дизель, 19 год, автомат, оригинальный пробег 147 тысяч, без пробега по РБ, цена 23 тысячи 900 долларов США. Бюджетный вариант, это у нас Renault Sandero Stepway, 1.6 бензин, 15 год, автомат, пробег 90 тысяч километров, цена 10 тысяч долларов. Renault Megane 4, 1.5 дизель, 19 год, механика, пробег 157 тысяч, цена 14 350. Еще один Renault Megane 4, комплектация Базе, 1.5 дизель, 18 год, механика, и цена уже 16 400. Seat Terraco 2.0 дизель, 190 лошадиных сил, 19 год, автомат, полный привод, цена 32 600 долларов США. Выглядит, конечно, очень интересно. Колеса у нас какие? 21-е, наверное, или 20-е. Колеса R20, но выглядит шикарно.
Друзья, смотрю, в последнее время к нам начали пригонять в Беларуси, ну, в принципе, на рынок, вот такие вот автомобильчики. Этот автомобиль новый, это Suzuki Baleno, 1.5 бензин, 23-го года выпуска, автомобиль новый, автомат. Получается, цена у него 24 990 долларов США. Вот такие вот автомобильчики у нас приходят уже новые с Арабских Эмиратов. Как вы видите, большая мультимедиа, автоматическая коробка. Простая панель приборов, колодцы. Ну, все еще в целлофанчике там внутри. Конечно, автомобиль закрыт. В принципе, заводская тонировочка. Если кому-то такой автомобиль будет интересно посмотреть, то я в следующий раз возьму здесь на рынке ключ и более подробно вам о нем расскажу. Ну, автомобильчик такой небольшой, это вы знаете, как Kia Ceed, что-то хэтчбэк вот такого плана. Может быть, Меган хэтчбэк, но это может даже, наверное, чуть поменьше. Ну, вот такого плана автомобиль. В принципе, для нового автомобиля, не знаю, как вы думаете, цена 24,5 тысячи долларов за новый автомобиль. Как на нем будет гарантия, какое обслуживание и запчасти, тоже, конечно, под вопросом. Но автомобильчик новый. И вот, друзья, то, что я планирую в будущем приобрести, это Renault Megane 4 рестайлинговая модель. Как вы видите, уже отличаются у нас сами фары. У нас отличаются противотуманные огни. Бампер сам отличается. У нас еще отличается... Так, давайте посмотрим. У нас отличаются задние фонари. Видите, они уже идут по-другому. Остальные изменения у нас, наверное, идут внутри. Здесь у нас идет внутри уже другая мультимедиа и панель приборов. И по цене он у нас получается Renault Megane 4 рестайлинг. Автомобиль 21 года выпуска. Так, Германия 100%. Без пробега по РБ. Пробег 41 тысяча, есть все, максимальная комплектация, любые проверки. Цена 23 750 долларов США с торгом. Вот такой вот автомобиль. Конечно, забыл я сегодня с собой лакокрасочный прибор по лакокрасочному. Сейчас мы с вами ее проверили, бита не бита. Но на пробег сейчас мы с вами проверим. Вы знаете, пробег по автомобилю полностью подтверждается. В 10 месяце 22 года в Европе было последнее обслуживание на пробеге 36 960 километров. Поэтому, да, действительно, вот этот пробег 41 тысяча, он полностью соответствует действительности. Вот такой вот автомобиль. Ну что, друзья, на этом автомобиле Renault Megane 4 рестайлинг мы закончим на сегодня, завершим на сегодня обзор цен. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Всем до новых встреч. Пока.